Всем еще раз здравствуйте, мы готовы начинать просмотр второй карты этого Best of 3 противостояния, стартовые матчи в группе АЕСЛ Pro Лиги 17 сезона. С вами студия Мейнкаст, я Костя Ленинайви и мой фантастический коллега Айдын Турлибеков Кризен, вместе с которым мы посмотрим за триумфальным возвращением команды ЕГЭ. И на этом Best of 3 ведь первую карту они проиграли, ну и возможно... С возвращением на топ-1 Hell TV. Правда, пока в рамках пистолетного раунда все идет несколько со скрипом, а в тематике просто разорвали. И в большинстве команды Cloud9 ставят бомбу, причем делают это за фаербоксом под яму. Позиция вроде бы хорошая, все, что нужно, это не подставиться и спокойно этот пистолетный раунд выиграть. Да, 3 в 2, позиции есть. Аксель занимает джангл, Нилан выходит из КТ и никого не видит. На Фане просто прячется. На Фане играет максимально круто. На Фане минус один. Можно забирать и Нилана второго. А Нилан спрятался. Нет, не спрятался. Про него знают. На Фане все-таки слышал. Шира, еще фраг. Ну и все. Это 1-0. Хотя изначально у ЕГЭ просто идеальный сетап был. Идеальнейший. Почему? Потому что Виз... Ты видел, как он прошел? Он просто был... По-моему, у него первый спаун. Он прошел на Мерду. Его никто не видел, хотя игрок проходил в этот тайминг как раз-таки справа налево в яму. Ну и был игрок под коврами, был игрок в КТ. Такое обычно контртеррористами забирается. Ну, ЕГЭ просто максимально черная полоса сейчас идет. Им не везет даже в таких моментах. И теперь ребята зафорсились. Теперь ребята будут играть со скаутом, даже с двумя скаутами. Знаешь... Ultimatic. Говорят, везет тому, кто везет. Слышал такую поговорку? Типа, везет сильнейшим. Ага. Если ЕГЭ не везет, получается, не везет тому, кто не везет? Работает это в обратную сторону? Наверное. Вот мы и выяснили, почему ЕГЭ не везет. Надо просто стать немного лучше. Три ковры будут играть, кстати, Cloud9 сейчас. Что интересно... Дым защиты накидывает на яму. Ну и на ковру у них почти ничего не остается. Игрок номер 8 со своим смоком вообще отыгрывает Б. Под развеивание смока на коннекторе отыгрывает Хоббит. Спокойно ловит Нилана. Хо-хо-хо-хо, тут проходит и виза. Это не эко, друзья. Это форс раунд от коллектива ЕГЭ. Хотя в чате хорошую гипотезу бросили. Везет тому, кого Широ в команде. Тоже факт. Справедливо. Или Симпл. Или Зейву. Да. Ну хотя сейчас Симпл, это знаешь... Не такая грозная сила вроде бы, как раньше. Возможно, но и обидно вообще, что Симпл, это как Джордан в баскетболе, и по чуть-чуть задает свои позиции. Ну как по чуть-чуть, знаешь, мне кажется, что это спад временный, если честно. Не ну, думаю, может быть. Я не думаю, что это тенденция, которая там, знаешь, уже не остановится, и он будет там идти на спад, а потом там просто закончит в ЕГЭ снайпером. Сложно себе такое представить. То есть это такой спад, за которым должен следовать подъем. То есть это как волна, знаешь. То есть сейчас у Симпла все идет немного к спаду, а потом все пойдет к пику, скажем, следующей волны. Как-то так. Ну, Симплу вроде бы 24, да? Или 25? Да. Вроде бы 24. Да. И это должен быть его прайм-тайм. Но его прайм-тайм пока что, я бы сказал, был, наверное, 21-й год, 20-й. И я к тому, что может ли игрок вот... быть с прайм-таймом на протяжении 10 лет. Это тяжело, я думаю. Ты думаешь? Ну да, похоже, что не так-то просто. Пока разнос экономического раунда, быть в прайм-тайме... Ты можешь быть стабилен на протяжении, ну там, не 10 лет, но там 6-7, например. Ну как Элич, например. Вполне может. Да, да, но да. Но Элич не был топ-1. Да. Элич, Нав, например. Но играть всегда на уровне топ-1 не получится. Вспоминают здесь Нео. Нео, наверное, ну прям в 1.6 он был очень стабилен в CSGO. Скорее Фореста можно вот привести было бы в пример. Как-то так. Какие еще есть примеры вот суперстабильных игроков? Я бы Нафа, например, назвал. Того же Ника? Хоббита. Нико, да, Ника. Ну, Хоббита сильный спад был. У кого?
У Хоббита. У Хоббита, да, ладно. У Хоббита был спад. У Блайма не было спадов с 17 года. Вот он как первый год дебютировал на Hell TV, так у него спадов вообще нет. У него вся зеленая стата. Вся зеленая. Пока что. Пока что, друзья, давай на раунд. Мы иногда отвлекаемся. Вы же, ну, не против офтопа? Правда? Или против офтопа? Вам нужно, чтобы комментатор озвучивал каждую гранату, которая отбрасывается. Каждого игрока, которого включают обсерверы, Бриз! Он попал-то по нафане лишь один раз. Ну как так? Очень жестко, Влад. Очень жестко. Все делает. Пошел хекст. И нету размена! Как? Просто, я не знаю, это, с одной стороны, тайминги такие нереальные для Нафани складываются, и у которого 178 АДР. Так смотри, он сейчас третьего еще заберет. Все, что ему нужно, это ковры чекнуть. И это тайминг. И опять тайминг. И опять тайминг. И четвертый, знаешь, он где-то на китчене. Возможно, это будет квадрокилл. Или даже эйс, ведь посмотрите, неподалеку находится Нила. Нафани заезжает, касса, реакция с большой задержкой. На самом деле его отвлек, по-моему, Нилан, который стрелялся по джанглам. Но это не имеет никакого значения. Видел, как Хоббит строго собрал головы на водке, как в старые добрые времена. Гамбит 17-го года. Да, 4-0. Вот это было, Влад, прям на уровне Широм. Да, и, кстати, Хоббит один из тех парней, которые очень поздно начали играть на тир-1 уровне. Ему было 23 года вроде бы, когда он попал в Гамбит. 24, что-то около того, когда он выиграл мажор. Ну, знаешь, он выглядел на 17. Ну, он и сейчас выглядит на 17. Да, и Хоббит сейчас, ему 28 вроде бы лет, и он играет на тир-1 уровне очень круто. Ну, то есть, как Дюпри пару лет назад. Вроде бы ему тоже было 28 лет, или сейчас ему 28 лет. Ну, в общем-то, Дюпри... 28-29. Да, но Дюпри тоже был в прайме в это время, в этом возрасте. Но, надеюсь, это будет долго у Абая. Но мы с тобой уже вот обсуждали, что еще никто не знает, где вот эта граница возраста. То есть в КС все это очень условно. Кэдион, он 27, а он только вышел в прайм, так скажем. Вот, так что никто это на самом деле не знает. КС — это слишком уникальная игра. Слишком особая. Так, пока что Аксель вычисляет здесь плент. Очень хорошо реагирует. Да, кстати, напомним вам про спор. Ну, здесь там зрители в чате нам напоминают. И мы напомним тем, кто не в курсе. Касат, ну, сейчас аналитик. Сейчас, ну, а аналитиком подрабатывает. Раньше был тренером команды 100 воров, Ренегейтс. Такой довольно известный человечек. В Cloud9 вроде тоже был. В Cloud9. Когда был состав, который собирал... я забыл никнейм. Генри Джей. Когда был Воксик. Да, Генри Джей. Да, да. Генри Джей. Да. Вот, но суть в том, что Касат, значит, уже проиграл $1000 в Team One, мы об этом упоминали, и сейчас он заключил новое пари с командой Cloud9. Если C9 закончат карту со счетом 16-0, то Касат заплатит им $1000. Ну, будет сложно, если честно. В атаке 15-0 выйти, ну, тяжело. Честно, тяжело. Хотя это их пик. Да, и уже 5-0. Ну, понятно, тяжело. И понятно, что этот спор Касат заключал. Это знаешь, как Блейд, который говорит, да, я покрашу волосы, если моя команда выиграет турнир, не проиграв ни одной карты. Да, конечно, можно было поспорить, знаешь, типа, на все свои деньги, которые есть, потому что это настолько маловероятное событие. У меня есть интересная история по этому поводу, насчет таких споров. Так, давай только вот сейчас раунд закончится. Ну ладно, пусть будет так. Пусть будет на экономическом. Да, на экономическом все, запомнили. Кризен расскажет очень интересную историю. А пока что мы видим просто поджим с шарта, довольно активный. Хоббит, по-моему, к этому готов. А вот к его позиции на стуле не особо. Хекст на гранате уходит. Что, блин, происходит? ЕГЭ, да что с вами? Ну вы же высокоуровневые игроки. Там, по 5 КЛ, на фейс, эти все такое. Ну что, вот как это происходит? Может быть, есть у кого-то какие-то гипотезы. Есть размен, конечно, в тематике, но Б-база пуста. Туда можно спокойно зайти. Посмотрите, там уже Нафани. Промахивается Широ, что для него не характерно. Ну и что теперь делать? Все, подбирать бомбу нужно. Подбирать ее нужно на телевизоре, нести в сторону Б-базы. А вот то, что нужно ЕГЭ, это очевидно сейвить. Тут уже другого нет. Ладно, начинай, Кризен, историю. Все мы ждем. Очень ждем. Да, когда я был в ангаре, мы с Достаном постоянно вот так вот смотрим игры.
И какой-то клатч. Ну, типа, Тарик 1 в 4, какой-то нереальный клатч, ему нужно выиграть. И он говорит, все, он берет этот раунд, я бреюсь на лысо. И вот так вот просто Тарик мажор, какой-то, какая-то прям последняя стадия, он берет 1 в 4, нереальный клатч. И Дастан говорит, ну я пошутил, вы же все понимаете это. Да ладно! И таких... И так, не, и самое главное, таких моментов было очень много. Что, типа, мы там играем, говорим, ну окей, проходим на эпицентр, в основную стадию или куда-то в полуфиналы, Айден, я тебе дарю iPhone X. Так. Ну, как вы видите, как я вижу, у меня нету iPhone X. Это вот так вот он поступал? А с ним так поступали в ответ? Я думаю, да. Ну ладно. Ну это больше в рофу было, а не реально. Ну все равно. Сказал, делай. Не делаешь, не говори. Хотя, правда, это очень такое размытое понятие. Ладно, 6-0. Да я и не обижен был как-то насчет этого. Ну и Дастан плюс лысый всегда ходит почти. Да, это iPhone. Все равно плох. Настолько, что лучше им не обладай. Так что Дастан избавил тебя от этой нервотрепки, так тебе скажу. Да, 6-0. Два сайленсера, поджим ковров. О, надо же! Надо же, вы вдвоем пошли поджимать ковры. Бустер сделал килл по одному, и вы его не разменяли. Как так? Это же не, этого не может быть. 5 в 4. Ну, вот, что бы ни делали ЕГЭ, просто знаешь, вот когда не идет, тогда не идет. Все. Ты просто... Ты... Можешь, знаешь... Я не знаю, как это случается. Просто сесть на пенек и плакать. Типа, ну я ничего не могу поделать. Не смотри. Прикрывается окно, выпад, бриз... Убивает, хорошо. Можно забрать АК и сделать еще минус 4, например. Как тебе такое? Давай, смотри, он делает минус 4, обреешь на лысо. Хорошо. Один килл уже есть, то есть ему надо... Нет, еще минус 4. Все, ты сказал минус 4. Все, ты сказал, Бриз делает минус 4, обреешь на лысо. Минус 4 это когда четверка там на этом самом, в скорборде. Правда, это понятие размытое. Но не в данном случае. В данном случае ты сказал однозначно. Ждет у нас бустер захода. Отлично, Виз, еще потопай. Хорошая идея. Итак, Бриз, от тебя нужно 3 фрага. Ты знаешь, что противник на коврах. Там, правда, молотов. А куда идут Cloud9? У меня вопросик. Зачем вы идете пода? Бустер, nice, хорошо, nice, тебе можно убить? Найс, второй. У Бриза 44 хп, а ему не серьезный. Сейчас его пойдут выбивать. Бриз... Засейвил волосы. Какая жалость. Айдена. Да. Какая жалость. Очень жаль. 7-0. Мы бы сделали Слава с тобой Богу. Спецвыпуск подкаста, где бы ты брился на лысо. Ну, я как раз себе купил триммер. Philips One Blade, надеюсь? Вроде бы нет. Понятно. Какой-то просто рандомный за 20 баксов. Ладно. И как, ты доволен? Ну, я не волосы брею, я просто бородку такую. Не люблю бриться до конца, просто щетину оставляю. И доволен, да. Дешево, нормально, работает. Правда, я не понимаю, как смазывать. Маслом. Вот это вопросик. Вот так, пока видели мы бенефис бриза, и видим мы, как у ЕГЭ ничего не получается за сторону защиты. Нам даже подключили такую музыку, чтобы мы немного взбодрились и поверили в ЕГЭ. Давайте, вы же не просто так назвались злые гении. Вы же гении. Еще и злые. Вперед. 3 сайленсера, 1 четверка, 1 АВП у Виза. Статистика 0.7 у него, статистика 0.7 у Хекста. Кстати. АДР 4. Ну, для Авика это несколько более типично. Хорош. Виз выигрывает гонку с Хекстом. И теперь Хексту нужно искать свой килл. 5-4 начинает ЕГЭ. Да, но есть Хоббит, который вышел на Тетрис. Нилан, скорее всего, пропустил тайминг. Нилан просто просматривает ковры А. Есть также аутиматик у него на хелпе. Я думаю, Нилан вообще не думал год назад даже, что он будет играть в паре с аутиматиком на пленте. Я думаю, он бы удивился. Но получается не прям, чтобы идеально. У этих ребят 7-0. Они проигрывают. Аксель идет уже под яму за пачкой. Будет играть на фане люркером. И на фане игра максимально хорошо идет. Шира у Ави ковры. Я думаю, это будет больно. Для аутиматика или для Хекста.
Посмотрим, кого первым бьет сейчас Дмитрий. То есть ты, ты не закладываешь, что это может быть больно для Шира, например? Ну, я думаю, здесь по процентам больше у Шира шансов. Ха! Ладно. Как тебе такое? Я о чем-то подозревал. 7-1. Ну, знал, разваливаются в этом раунде Cloud9. И $1000 они теперь не заработают. Хотя, мне кажется, маловато ставочка. Касаду на 16-0 надо было 10 тысяч ставить. Тогда, может, и мотивация была бы серьезнее. А так, $1000. На всех разделить, плюс накинуть груву, плюс процент организации, плюс менеджеру надо что-то купить. И вот по итогу там останется по $100 на человека. Это уже... не так, чтобы мотивировало. Делается подсадка пока на ладдер. Поздравляем всех болельщиков ЕГЭ с тем, что они пока остаются в борьбе за эту карту. Шира ждет коннектор. Сейчас более дефолтненько Cloud9 решили отыграть. Да, они вообще не торопятся никуда. Все эти раунды они никуда не торопились. Играют просто дефолт. Может быть, более-менее разбавленный. Иногда хоббит играет под ямой или под коврами. Вторым пода. Ну и в целом... занятие центра. Здесь смог дефолтный на коннектор. Бриз, может быть, шарта сейчас пару минусов даст. Здесь все-таки калаш на руках. Так, его, по-моему, заметил. Да, хоббит заметил. И какая хаешка. Ай-яй. Успевает Бриз все-таки убежать. Бомба стягивается под бою. У меня ощущение, сейчас ЕГЭ начнут набирать раунды. Ну, раунда 3 подряд, я думаю, они могут забрать. Дальше будет ресет экономики, и дальше, может быть, на нормальный счет можно выйти? Или нет? На нормальный счет-то хотелось бы верить. Всегда хочется верить в лучшее. Тут у нас столько болельщиков ЕГЭ собралось в чате, не хотелось бы их разочаровывать. Так что посмотрим. Бриз на позиции Пронекса. Цветах. Что, чекай так. Хорош, Нойз! Развернулся. Причем даже не оставил ни единого шанса вообще. Дальше бустер, как только Аксель спрыгнул, занял его позицию, его место. 5 в 3, и база просто разорвана. А здесь еще и на Фане на люркере. Продолжает фармить статистику. 12 на 4. Пытается иметь по 13-му. Но здесь, может, не лишним было бы уйти. Все-таки 8 хп. Сложно рассчитывать конкретно на килл. Тем временем в ладере Хоббит дает преф, позажимать он любит. Нилан на фане все-таки остановил. Капитанская дуэль выиграна с Анжаром. Он же дожимает и по второму. Ну вот. Делает тест, я бреюсь на лысо. Хорошо. Третий фраг. А и... насколько ты лысый сейчас? Насколько у тебя много волос? Достаточно. Хорошо. Чтобы была заметна разница. И нет, этого не будет. Как так? Нилан, ну почему? Ну и рано или поздно доиграемся так. Я думаю, да. Но всегда можно включить режим достану. Вполне. Ну сейчас, я думаю, будем болеть за Хекста, у которого 0 на 8. Но АДР все-таки больше, чем у Виза. Закончит с нулем Бреюс на лысо. Хорошо. Давай сделаем плюс-минус килл. Не. А если будет минус 1 на 18, например? Ну, все, не повезло. То есть, хорошо. Так, хороший мув, смотри. Вот ЕГЭ. Выбили центр, минус Тафани, минус Люрки, и сразу же играется яма, сразу же играют скавры. Но Виза тайминг, так. Успел сменить позицию, но смог в руках. Флешка от коннектора. Как не везет. Просто как не везет. Нилан дал хотя бы размена. Это 3 в 3. И бомба... ой, сейчас, кажется... он видит? Нет, Шира не видит. Чуть-чуть не дождался. А мог забирать и Нилана сейчас. Дмитрий. Под Б будет выходить Аксель. И это отличный мув. Бомба будет также отходить. Бустер ливает с ковров. Ну и Аксель займет потихонечку план Б. Хекст. Где ты, Хекст? Будет девятая смерть. Где же ты, Хекст? Как так? Ты отдал оборону Б плента. И теперь он возвращается туда же. Так и не понял, что Аксель уже пробрался сюда же. Сергей сидит на бенче. Ну и понимает, что если опорника нет на коврах, то он, скорее всего, в шорте. Не забывает про эту позицию. Внедряется в китчен. Хекст его не видел. Думает, что на Б по-прежнему никого. Хотя слышит топот. Интересно. И хорош Хекст! Оставил меня при волосах. Но он еще в молике может умереть своем. Да ну не.
Ну, шанс есть. Шанс есть, ладно. Занимается пока бы база, здесь 2 в 2. Ну и надо, наверное, ЕГЭ что, пытаться идти. Ну хотя, тут тоже вроде денег в следующем раунде нет. Вроде бы логично было бы, ну, поискать какой-то килл. И если что, за, ну, если что, выбить. Если килла не найдут, то засейвят. То есть осторожно, конечно, с этим действовать. Найс, Нилан. Выезд. И да, это ретейк. Так, такого я не ожидал, если честно. Да, киты подобраны. Авик, автоматик прибежал сюда с китами. Обезвреживание. 8-2. ЕГЭ жив. Ладно, новая ставка. ЕГЭ выигрывают, бреют Сталоса. Нет, давай что-нибудь как будто более реалистичное. То есть, по-твоему, нереалистично, что ЕГЭ выиграет? Ну, 8-2 Cloud9 сейчас ведут. У них экономика до конца игры. Так, а что у нас Cloud9? Это какая-то сейчас прям тир-1 команда. Они на 14 месте в рейтинге ХЛТВ. Ну, в данном контексте Cloud9 на голову выше. На 2. Ну, это пока. Давай чат нравится. Тебе придумает что-нибудь. MX, да, ну они сейчас придумают. Если Cloud9 выиграют, Brave Stars, это же такое. Не, ну более нормальное, объективное. Ну, ладно, пока просто смотрим. Вот видишь, ты сбил мою ставку, и теперь она как бы обнулена. Если ЕГЭ действительно выиграет, мне не придется бриться. Проблема, да, внимание, цитата Конфуция из чата. Проблема не в том, что из себя представляют Cloud9, а в том, что представляют из себя ЕГЭ. Да, это организация, которая существует с 1999 года. Это организация, которая занимала топ-1 рейтинга ХЛТВ. Организация, которая в свое время выиграла, там, по-моему, 2 или 3 турнира подряд. В 2019 году, включая очень сложный чемпионат Star Ladder, Star Series на 16 команд с full best of 3 швейцаркой. А вот таких турниров в принципе не так-то много было. И Star Ladder был одним из них. Из всех этих команд, из всего многообразия именно ЕГЭ оказались сильнее. Я увидел интересное предложение. Какое? Если кто-то убивает с дикоя. Ладно, хорошо. Или с флешки. Договорились. Хорошо, будем болеть за это. Хотя, ну как, тогда тебе тоже нужна какая-то ставка. Почему? Пока не, что не, не. Не? Ну тогда я вроде... Ты уж извини. Ладно. Всегда во вселенной должно быть какое-то равновесие. Шира наводится на автоматика пока что в окне. Было два стартовых фрага от ЕГЭ, вы это видели. Забрали коннектор, забрали шорт. Хекс прячется на 90. На Б-пленте. Как правило, позиция это не... Ой, как правило, позиция это не худшая, но никогда на тебя выходит аксель. За 7 секунд до конца ставится бомба. Это был раунд, который ЕГЭ начинали 5 в 3. Ну, теперь снова бритейк, который, правда, не выглядит реалистично вообще. Второй зум. Сейчас вообще мета там на тир 1, 2, ну, в общем, на про-сцене, она такая, что снайперы высокоуровневые довольно часто в подобных ситуациях обузят второй зум. Наводиться намного легче. На дальних особенно дистанциях. Ты просто включаешь, тебе не то чтобы наводиться, флики даже проще. Намного ниже вероятность какого-то форс-мажора. Наверное, я соглашусь. С твоим выводом. С твоим мнением. Ну, это не мнение, это как наблюдение скорее. С твоим наблюдением. Хорошо. Ну, у тебя там такой авик в команде есть. Он обузит вторые зумы? Я бы сказал, да, иногда. Ну, так, ситуативно. В целом, как и все. О, да. Может ли организация сделать дисбан посреди турнира? Нет, какой смысл в этом? Такие деньги заплачены за слот. Сколько, интересно, слот стоит? 10 миллионов? Плюс-минус. Смотря для кого. Ну, вот для Монте, например. Вы пробивали? Может, мы бы это... Я думаю, конфиденциальная информация. Жаль. Ну, я знаю, примерно. Ты знаешь? Ну, я думаю, вот... Не, я знаю, да. Окей. Я знаю сумму. Но, я думаю, была бы это организация какого-нибудь там Илона Маска. Ему бы еще приплатили, дали. Да? Да, ему бы, да. Реально заплатили бы еще. Или мистера Биста какого-нибудь. Мистер Бист? Да. Им бы бесплатно точно дали. Слотов 5. Подсаживают пока Виза. С авиком на коврах. Нужен ему второй килл, что-то немного промахивается. Давай, Виз. Ну,
хаешку уже начал выхватывать. Он, может, подумал, что у него дым какой-то будет в руках. Или хотел хоть как-то, короче, хоть какую-то пользу принести. Правда, Широ пробросил своего же тиммейта гранатой. Дальше разнесся в тематика. Тем самым вернул свое лидирующее положение в этом моменте. Знает Широ, что под мечом есть его противник. А тайминг-то нехороший, я бы сказал. Бриз, человек, у которого плюс-минус идет игра на этой карте, может быть, сделает фраг. Так, а его выкуривает, его просто бустер выкуривает. Как же он читает сейчас в этом моменте, Нилан в спине. Его, скорее всего, будут ждать. Широ, я думаю, повернется рано или поздно. Хотя Широ до сих пор контролирует бэксайд. А, и он еще и закрыто стоит. Да, он еще и закрыто стоит. Начекал, и сейчас препнет. Раз, два, нет. Раз. Ой. Это было как-то агрессивно, я бы сказал. Слишком широко срафинул сейчас Широ. И он с китами, кстати, на руках. Можно убить еще одного. И можно, например, задефьюзить. Нет, не перестреливает Хоббита. Это 10-2. Ну, это просто конец. Я думаю, точка невозврата пройдена очень давно. Еще где-то в позапрошлом сезоне ESL Pro League. Костя, ты не знаешь мистера Биста? Конечно знаю, как я могу его не знать? Американский видеоблогер, деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube. Считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съемкам дорогостоящих трюков. Как я могу его не знать? Да, тот самый мистер Бист. Ладно. Ну, это просто для... Как это, зумеры или бумеры? Молодые — это зумеры? Молодые — это зумеры. Вот, это для зумеров просто. Ну вот. Ну, я миллениал, я так... Почти. Могу косить под зумера. А, ладно, пока что Бриз играет из-под ладера и забирает Нафаню, которого, ну, когда-то крановато подсадили. Ой, здесь гранаты в руках Акселя поймали. Не ожидал, на самом деле, Сергей, что Бриз будет его репикать. Но произошло именно это, потому что Бриз вообще ничего теряет. Что? Почему ему не репикать? Да, потому что они проиграют раунд в случае неудачи. Боже. Какая неприятность. Я не знаю, какие вообще колы сейчас залетают в TeamSpeak команды ЕГЭ. Ну, знаешь, начинается фризетайм, Нилан говорит. Ну, play default. Все. Я думаю, Нилан максимально старается, цепляется за эту команду. Ну, все-таки попасть в ЕГЭ здесь надо делать максимально все хорошо, чтобы максимально все идеально, чтобы оставаться до конца в ЕГЭ. Это организация, ну, это одна из лучших организаций, я бы сказал. По зарплатам хотя, я слышал, так точно. Да, хотя после комментариев НАФа вопросики появляются. Ну, то есть он, видишь, он говорил про менеджмент, но суть в том, что тебе как игроку, ну, мы здесь видим, по ЕГЭ все-таки благодаря Бризу третий раунд забирают. Ты полностью прав, что тебе как игроку нужно делать все, чтобы максимально долго сидеть в команде ЕГЭ. Это факт. Как это делал Церк? Да, максимально, просто долго. Вот за каждый месяц тебе нужно бороться. Как-то так. Потому что, опять же, ну, зарплатки там хорошие. Даже там по американским меркам. То есть ты можешь быть Бризом и лутать как какой-нибудь врач-трансплантолог, который, знаешь, на учебу 10 лет потратил. Да, ну представь, одна зарплата — это год твоей жизни. Ну да. Ну если жить так, нормально, типа, в среднем. Ну, да. И не одеваться в Гуччи. Как это делает Бриз Церком? Типа того. Сори за офтоп, но вы видите, что на сервере из интересного происходит пока мало. И мы бы рады обратить на что-то ваше внимание и сказать, вот посмотрите на это. Но таких факторов пока что на карте нет. Мы видим стандартный треугольничек. И Нила, на который все-таки бустера в коврах, а переигрывает. Бомба относится туда же от своего первоначального плана. Пока что... Cloud9 не отказываются. Более того, Аксель довольно сильно рискует. Сейчас идет на ковры. Видимо, думая, что после фрага... Ну, его как раз-таки ожидать не будут. Потому что только что бустера в коврах забрали. И по логике ЕГЭ... Больше там никого быть не должно. Ну, так что Аксель вот такой мув решил предпринять.
нас, кажется, четвертый раунд будет сейчас. Хотя Хоббит, Широ, Яксель — такая тройка, которая может спокойно разрулить такую ситуацию. Так, Брис минус Хоббит. И будет выход Яма Ковре. А здесь Виз контролирует. Форма у него не самая лучшая. Кстати, за первую карту он набил, я думаю, в районе 4 фрагов. Сейчас у него также 4. Ну и нужно уже тихонько расстреливаться. Пятый. Попадает по Широ, мне кажется. Там еще и Молик залетел от него хороший. Ну, четвертый раунд есть, смотри. Можно забирать пятый и потом брать пистолетку. Там уже, может быть, что-то появится. А, у Виза было 3 на 19. Сейчас у него 5. Мне интересно вообще, на что опирались ЕГЭ, когда они брали Виза? На то, что надо было кем-то заменить Царка. Но может быть, кажется... это недолгосрочная замена? Недолгосрочная. Так кто его знает? Тут может весь состав быть недолгосрочным. Тут, ну, не угадаешь. Последний раунд, и мы видим просто фаст заезд от Cloud9, а решили не закончить. Изящно залетает, причем глубокий дым на КТ, кстати, такого давно не видел. Посмотри, где смог лежит. По сути, он позволяет тебе и угол какой-то комфортный занять, и все равно соперников не выпустить. О, Широ в спине, Широ люркер, как вам такое? Широ люркер, такое не каждый день увидишь. Бриз, кстати, 12 на 12 идет, у него все окей. Хаешка, хаешка, 2 в 4, 1 в 4, Широ кил дает, да. Ну, 11-4. Не, ну, психологический минимум у ЕГЭ есть. Это не разнос. Не 3-12, не тем более 2-13. С такого возвращаться вполне можно. Правда ведь, Кризен? Правда, да. Мы увидим это в второй половине. Пока что я вам напомню, что послезавтра уже будет ровно год, как Россия напала на Украину, на независимое, суверенное государство. И это все еще происходит. И я недавно видел, что Буданов, это глава ОГУР, глава разведки, сравнивал вот прямо сейчас момент, сравнивая с футболом, 70-я минута, счет 1-1. И я думаю, мы все болеем за Украину, мы все будем поддерживать до конца, и вы можете донатить при помощи Донателла. У нас есть внизу в описании баннер, просто переходите. Мы собрали уже больше 2 миллионов, я думаю, больше 3 даже. И будем все поддерживать. Просто поддерживать. Да, услышимся через 2 минуты. Look, I need a sauna chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with an A-list. She tryna throw me the K now. Telling me happy belated. Got too much shit on my mind. I told
И вот мы возвращаемся. Сейчас мы будем наблюдать за ЕГЭ, которые, ух, как вернутся. Ух, как разорвут команду Cloud9. Ну или, по крайней мере, подберутся к какому-нибудь близкому и достойному счету. Хотя ничего страшного для ЕГЭ в случае поражения не произойдет. Ведь здесь у нас есть и, значит, и третье место выходит в стадию плей-офф. Ну, правда, в такую, в очень раннюю стадию. И сетка последнего шанса будет. И все еще для ЕГЭ может сложиться благополучно. Ну а пока мы наблюдаем за их попыткой выйти в Б. Аксель, правда, уже забирает Хекста. Ну, Хекста так, выпустили чисто на разведку. Разведка головой, я бы так это назвал. 1 на 13 у него статистика пока что. Щелкает Аксель второго, третьего, в общем, 2 в 5. Не, ну, чтобы камбэчить с 4-11, пистолетка нужна. Или форс. Кризин, как думаешь, ЕГЭ рискнут сделать форс? Я думаю, да. Я думаю, будут брать. Я смотрю сейчас на USP бустера, и у меня просто флешбеки. Потому что он с этим USP уже лет 7, наверное, играет. Я с ним играл, у него был этот USP. Он играет сейчас, у него этот USP до сих пор. Он просто сначала свою первую наклейку наклеил туда, потом вторую, потом третью, потом четвертую. И это все продолжается. Интересно, что ты обращаешь внимание на такие вещи, как бы держишь их в голове. Ну, флешбэк такой. И, кстати, форса нету. Ну, просто иногда, когда долго смотришь за одним и тем же человеком, например, там, у Гвардиана был постоянно флипнайф, у Адрена постоянно была М-ка Atomic Alloy. Или, не знаю, больше не могу вспомнить ничего. У BlameF постоянно был вой. А Флюша выигрывал мажор с дефолтным ножом. Да, так и есть. Еще, по-моему, у Ника Дигл Пламя был когда-то. Ну... И у Кербая был Дигл Пламя, у него на МТЭК DreamHack Leipzig 2016. Ого. Ну, вспоминайте и вы, дорогие друзья, в чате, что там у кого было. Рассказывайте, делитесь. Ну, а пока Широ, что, сделает эйс? Давайте. Делает эйс, и я бреюсь на лысо. Как жаль. Не получилось немного. 2-1. В 4 остается автоматик. 13-4. Но вот сейчас, ух, такой камбэк будет у ЕГЭ. Вспоминает, что в РПК были тычки, такие тычковые ножи. О, я помню. У Така тоже. Было, было. И у Така еще постоянно была шапка. А еще да, Така постоянно брал второй авик и постоянно с него мазал. И у него был авик АВП бум, я помню. Да. Ничего. Но он не прям мазал. Ну. Иногда залетал. Когда не надо было мазать, он мазал, так скажем. Да. Неудачный поджим от бустера, кстати, с МПшки. Да, на фане. Сейчас, может быть, тоже покормит автоматика. Да как так? Ну я не могу просто в это поверить. Сколько мы уже таких эпизодов видели за сегодня? 7-8? Когда, ну вот стоит игрок с калашом высокого уровня, знаешь, что его сейчас будет отпикивать. Его пикают на шифте и просто убивают. Да, просто прицел как-то неправильно держал автоматик, хотя позиция была шикарная. Оффэнгл, который не контрится. Хоббит, минус 2. Чувствует себя Бай прекрасно, 14-4. Ой-ой-ой. Мне кажется, Бай уже думает, ну, сейчас побыстрее закончу, похаваю. А, друзья, пока что кавер GG. Не забывайте про этот фантастический сайт с исчерпывающей статой и возможностью узнать счет раньше официальной трансляции. Если вы отключите режим без спойлеров, переходите скорее по баннеру в описании и узнавайте, кто победит. У Джема Драгонлор пирс. Я помню, это Драгонлор, ему его подарил владелец ВК. Очень-очень давно. В 17-м году вроде бы. И он с ним до сих пор играет. Ну, кстати, как инвестиция очень даже неплохая. Потому что растет в цене? Или... Я не знаю, 1010, наверное, стоит. Или потому что команду Авангару владельца купили в два раза больше, чем он вложил. Наверное, так. Но я не думаю, что вообще владелец Авангар рассчитывал на такие выводы денег. Ну, вряд ли. Такие. Да, очень вряд ли. Так, тут уже у нас подошел оператор, чтобы снимать Cloud9. Это что, спойлер? У него что, сценарий? Он что, зашел на сайт CoverGG? Почему он там стоит? Ведь ЕГЭ еще не проиграли.
Я когда был на Катовице, знаешь, что-то завтыкал, когда, ну, уже была финальная карта у героя Каджиту. И я потом думаю, ну, надо бы к сцене пойти. Смотрю, там уже толпа стоит. Я такой, что ж, ну ладно, не повезло. А ты вроде бы стримил, да? Да, много стримил. А финал ты стримил прям там? А, хотя, наверное, нельзя, да? Не, нельзя. Я включал до и после. Ну и потом была пресс-конференция, я ее тоже стримил. Пообщался немного с Хантером и с Вони. Ну, прикольно. Виз. Виз пока что щелкнул на Фане, поймал его. Ну, там Влад уже слишком далеко как-то зашел. Так что пока большинство. Да, но Влад уже готовит, скорее всего, к G2. По-моему, с G2 как раз-таки они будут играть next игру. А G2, я смотрел, они выигрывали там 7-1, сейчас 10-3. В атаке на своем пике против Eternal Fire на реке. Ну вот next игра будет максимально жесткой, я бы сказал. Cloud9 G2. Я посмотрел на это. Вот это настоящая проверочка. Ой, бустер! А ой, как бустер. Хорошо! Ой, как принимает просто опорничек-то бэплента! ГГ! И это все. Да, это ГГ. 16-4 и команда ЕГЭ. Как бы мы с вами этого не хотели, как бы мы с вами этого не желали, не сумело показать нам подготовку. Такое ощущение, что им даже стыдно сразу вставать со своих игровых мест, что тут такие кулачки чисто. Да-да-да, надо дать кулачки, а то все подумают, что мы в тильте. Вот так вот. 24 место на минуточку в мировом рейтинге у команды ЕГЭ. Это коллектив, который не прошел